Заявление Байдена о том, что он баллотируется на, точнее, собирается баллотироваться на второй президентский срок. Вот поступили, пошли уже такие закономерные реакции. Вот кто-то апеллирует к его возрасту. У нас, например, Дмитрий Медведев вчера заявил, назвал его отчаянным дедом после того, как тот заявил о планах переизбраться на второй срок. И, в принципе, вот чего нам... Сказки слышал поэт от няни. Арина Родионовна была глубоко верующим человеком, много времени проводила в молитвах. Об этом упоминает в письме к Вяземскому сам Александр Сергеевич. А когда после 2 лет ссылки Пушкин получит разрешение покинуть Михайловское и уедет, няня будет слать ему полные любви письма. Катание по воде вместо одного. И третья башкирская колония объявила о закупке 2 дискотечных зеркаль, с которых музыка большой страны. Поэзия большой страны. Алексей Шорохов. Минск 2. Было как в сериале. Наши, не наших. Дикие нары. Ветер свистит в спортзале, в раздолбанном вдрызг спортзале. Такое у нас кино. Дальше будет разруха, оно неприятно для слуха, но очень полезно для духа тех, кто еще живет. Смотри, а на пятом там я тебе попереключаю. Ну вот так американский телевизор работает, да? Искусство массажа. Напомню, что рубрика «Искусство». Я продолжу песню, ведь ты должна знать, что ты так красивая. Маруся FM, Феодосия, 95.6 FM. Крыму 10 утра. Часа. Слушаем полезное радио. Воды для нее подарить организм. Девы, постарайтесь держать в узде свои порывы высказывания. Девять часов утра в российской столице.
Спонсор часа ООО «Национальная служба банкротства» представляет компанию «Росбанкрот». Поможем вам избавиться от кредитов или вернем все деньги. Как ожидается, будет представлена в ближайшее время. Сначала ее рассмотрит Комитет по международным делам Палаты. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украину в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсацию. Утро без суеты. Примета спокойного дня. 14 часов. На радио Вести ФМ. Sorry now. Fool me once, shame on you, that's okay.